наговоре, может быть, кто-то один пропустил. В смысле, по всем четырем видам. Это не важно, что они борются или не борются. Но из этих семи абсолютно твердо тренер определил тех пять гимнасток, которые борются в командной борьбе. Ну да, у нас Ксения Семенова как раз пропустила свои вольные упражнения, потому Алена Донодина, она завершила сегодняшний российский гимнастический день. Нам осталось только результатов, теперь дождаться, что нам покажут в итоге. А у Украины еще двое в упражнениях на бревне. Первая вот Валентина Галенкова и Анастасия Коваль. Да. Ну, видите, это юная гимнастка, они ее правильно сделали, поставили последний, чтобы она как бы не путала карты. А она взяла и вот так вот показывает характер и показывает очень хорошую работу. И показывает трудные элементы, и коварный поворотик с высоко поднятой ногой в сторону. Это все сложно. Прямо вот просто умница. Очень неплохой подбор девочек в украинской команде. Безусловно, еще раз могу сказать, что хорошо выглядит основной состав. Он уже чувствуется накатанный. И именно эти имена и мы увидим на Олимпиаде в Пекине. У нас, что можно про наших сказать, девочек? Просто вот видно, потенциальность видна, что они могут выступать. Но пока они не сумеют от начала до конца собираться ответственно, результата не будет. Вот мы видели падение той же Клюкиной.